У рязанских судебных приставов произошло новогоднее чудо. В праздничные дни в районное отделение пришла женщина, которая задолжала алиментов на почти 1 000 000 рублей. Притом содержать она должна была не ребенка, а именно детей. Но мать решила поступить по-другому, иначе не скопился бы такой огромный долг. Ее уже объявили в розыск, когда мать решила явиться сама. В ходе беседы женщина пояснила, что знала о своей обязанности выплачивать алименты, но пришла на прием к судебному приставу только после того, как узнала от родственников, что ее объявили в розыск. Кроме того, должница отметила, что на сегодняшний день трудоустроена в Москве и планирует выплачивать денежные средства. Эту женщину региональное управление Федеральной службы судебных приставов объявило в розыск в прошлом году. Сотрудники сказали, что добиться ее прихода удалось благодаря широкому освещению дела. Судебные приставы подчеркивают, что благодаря публикациям в средствах массовой информации удалось привлечь пристальное внимание общественности и принудить должницу прийти самостоятельно. На сайте ведомства регулярно публикуются имена и фотографии злостных неплательщиков алиментов. Управление просит граждан, которые обладают сведениями о местонахождении таких лиц, обращаться в дежурную часть. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».